Лавин, первый номер как лавина, и я наливаю лин. One piece, one love, я CJ из Grove Street. Пошел нахуй, big smoke, бит мой шутер не спит. Мои хоми со стволами, но это не high school. Сука, пляшет, go-go, все кричат, и go-go. Я свежий как shift, как принцесс Bel-Air. Мой хаус легендарен, мой хаус Red Square. Лавировал, лавировал, как корабли лавировал. Ты заработал денег, но так и остался пидором. У меня есть так и респектую видео ага. Power move, bitch, это чип-чип рака. Каждый из команды флексит, будто Power Ranger. Меня уважает Димон, меня респектует Angel. Кто-то кинул флешку, нет, это просто мой бит. Подрываю бит на baby tape, террорист. Все, тихо, ебальники закрыли, коптим. Пошли нахуй. Давай, давай. А нахуя ты мне, долбоёб, объясни? Я позвал шамана, и ты мне пишешь. Зачем мне ебаный Якубович Бризя? Зачем мне ебаный лидер? Ты хочешь, блядь, с админом потроллиться? Ты нахуй серьёзный, блядь? Земля пухом, ебать. Гроб. Как же? Сейчас приду. Вот его так. Тех сорку. Сука-то зачем, да он? Mm-hmm.
нахуй ебать. У микрофона тот самый лидер, которого не стоит бояться. Совершенно другой уровень. Валикая за соликой. Ну что, мужики, большое спасибо огромное просто всем за помощь и поддержку, блин. Не буду называть, сразу скажу, не буду называть тех ников. Их, ну, я не смогу их назвать. Я не тот челик, который делает 10-часовые челленджи на ютубе, блять, просто смотря какую-то хуятину. Я не справлюсь. Там 2500 ников, парни, честно. Каждому из вас я благодарен, снимаю шляпу просто, блять, перед каждым. Чувак, если ты был в моей банде, все, считай, ты лучший в мире, ты трахнул весь мир, блять, и показал, блять, кто ты хозяин, нахуй. Естественно, основной импакт шел от склада ЛФГ. Ну, бля, ребята и так все знают, типа, я не вижу особого смысла, типа, кого-то там отдельно выделять. Все старались, все молодцы, все лучшие. К тому же наши ряды за время лидерки нихуя так пополнились, так что мы стали еще сильнее, блядь. И это не может не радовать, я подпытываю. Отдельно выделю свою женщину, королеву эсэсок и просто второго лидера. Славочку мою любимую, которая сидела почти больше половины срока вместо меня, так что все лавры ей, ребята, она безумно старалась, поддержите. Конференция в Дискорде, это, блядь, просто что-то с чем-то, очень сильно скучал за сампадаунскими посиделками в 3 часа утра, когда чумак стримит, только он показывает свои яйца. Это просто, ребят, ну, там тоже каждый за себя все знает, это реально охуенно, вы лучшие, блядь, каждому без исключения я безумно благодарен. Также спасибо ребятам, которые принесли Акича с Сампропенок 209, с некоторыми незнаком. С некоторыми знаком. Очень было приятно видеть старые ники. Добро пожаловать на Еболь, нахуй, типа, хули. Тут получше, чем на Дохлоп 200 онлайниче. Хотя есть и свои дебилы еще. Но ничего страшного, мы их тоже искореним. Что по итогам, короче. Тут уже пора включать важный ебальник. 5 ребята. 5 снятых лидеров. Синдиката. За время моей лидерки. Я автоматически обосранс вот этим вот постом, бля. Где они как щенки, блядь, поджал хвост, съебывают нахуй, блядь, с нашего сервера. Это беды, блядь. Сынище, бля, ебаное. Мы в очередной раз трахнули, блядь, вас и показали, где ваше место законное в будке. Составь прислежать. Следующее, оттраханы в рот и в жопы, и во все вообще другие отверстия, которые у них есть только на теле. Всякие ханы, блядь, тофики, лунклейджи, вейзы, бля, остальные обиженки. Юзлис куски дерьма, называющиеся ютуберами. Тоже мне, блядь, даже онлайне 24/7, даже сидя в рестарт, всякие каханы, зовами братвы, блядь, постами ВК, блядь, видосами, не смогли ничего противопоставить, ребята. Победители не судят, смотрим на джимам, блядь, вот и все. Ну и в-третьих, в очередной раз трахнули кахана, тем, что, типа, сняли его с админки. Хуила была совсем охуевшая, занимая данный пост, просто... Блять, игра в одни ворота, и этим все сказано. Особенно под конец, когда он совсем охуел, блять, и начал сносить своих же пинков, блять. Типа за метлу, блять, когда Тера 205 на 100, и мы их ебем без шанса, их же резко. Пытаться выгнать нас с квадрата, блять, Максончик, ну ты долбоёб, хули, я могу тебе сказать. Просто ничтожество малишённое, блять. Пососи мой хуй ещё раз, блять, когда возьмёшь где-то лидерка, окей? Здесь должна была быть четвертая позиция, в которой я должен был что-то придумать, но я бескреативное хуйло. Поэтому еще раз хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто помогал мне, не спал ночами ради меня и не впадал в тильт. Типа, вы the best of motherfucking. Че еще мы добавим? С лидерками прощаюсь навсегда. Да. Это было финишное. Староват я уже для таких марафонов, честно говоря, не спать по несколько десятков часов, и вообще нужно давать дорогу молодым. Не, ну если на мой канал подпишется 10 000 ебальников в инста, я, конечно, блядь, ребята, там не только лидерку возьму, вы шо, раздуплитесь. Все, не пока.